Всем привет! Сегодня у меня ноты 4. Замена дисплея. Дисплейного модуля. Включаются кнопки. Итак, снимаем. Дисплейный модуль очень просто меняется. Дисплейный модуль на 4 ноты. Я почему-то думал, что он у меня снят. Потом просмотрел менеджер видеороликов своих. И оказывается, что не снимал я видео. Выглядит дисплейный модуль. Помимо торцевого двойного скотча, который идет по периметру, у нас здесь еще вот такой буквой P стоит, двусторонний скотч на самом дисплее. Спасать здесь нечего. Аккуратно вот с этими кнопками, которые внизу, повредите их при съеме дисплейного модуля. Вот они, видите, да, две боковые кнопки. Хорошо прогрейте. Стягиваем сам дисплей. Снимаем матрицу. Вот она, видите, двусторонний скотч. Вот таким же способом, таким же рисунком сейчас мы приклеим акриловый скотч к дисплею. Очищаем поверхность. Снимаем тенторический двусторонний скотч. Поверхность готова.
спросить стоимость дисплея, там что-то около 150 евро, вот не точные цифры, 140-150 евро, по-моему, стоит замена дисплейного модуля. Вот, не включается у нас. Давайте вернем батарею. Galaxy Note 4. Так, смотрим. Ну, вроде все в норме. Выключаем. Выключили. Снимаем дисплейный модуль. Так, давайте проклеим. Закончился у меня широкий акриловый скотч. Будем клеить тонким. Заказал. На следующей неделе должен прийти. Так, снимаем. Все, здесь больше нам ничего не надо. Кнопка Home стоит, верхняя решетка динамика. Пристегиваем. Пристегиваем дисплейный модуль. Обязательно проклейте середину, вот эту вот, я бы сказал. Это основная держащая часть дисплейного модуля. Вставляем.
все отлично село, идеально, без зазоров, без выпадов. Как видите, простая замена Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 4. Напишу в описании точную цену, узнаю на сегодняшний день. Вот. И на этом все. Всем спасибо за внимание. Присоединяйтесь к нашему каналу, оставляйте комментарии. Всем удачи.